прости меня, мама. По ночам надрывистый был кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма приходили только редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: дети, вам ко мне собраться хоть бы раз. Письма приходили только редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: дети, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать устала, посидела, что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у старого стола. Вы под этот стол пешком ходили, праздник пели песни до зари, а потом уехали, уплыли, разбрелись, попробуй собери. Вы под этот стол пешком ходили, праздник пели песни до зари, а потом уехали, уплыли, разбрелись, попробуй забери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать. Срочно, дети, очень срочно, приезжайте, чтобы мать застать. Из Москвы и из Игарки, отложив на время все дела, собрались, да только поздно, у постели, а не у стола. Из Москвы и из Игарки, отложив на время все дела, собрались, да только поздно, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Что же, дети, дали вы разлуки так надолго между нами встать? Мать ждала вас в дождь и в непогоду, в тяжести бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Мать ждала вас в дождь и в непогоду, в тяжести бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Почему же только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Почему же только телеграммы нас приводят к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Почему же только телеграммы нас приводят к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Приезжайте к ним без телеграмм.